Всем привет! Вы на канале Эрик Кантона. И у нас сейчас уровень серебро 2 получается. Набор золотых игроков и 10 тысяч монет, да. Если дойдем до серебра 1, это будет 15 тысяч монет. Золотой премиум набор 2 штуки и золотые премиум игроки. Если дойдем до... Золото 3, то это будет 20 тысяч монет, мега набор и золотые премиум игроки. Вообще, конечно, хотелось бы 20 тысяч монет. Для этого просто надо выиграть 4 игры. Давайте делать расстановку, менять уставших игроков. Кстати, ребят, кто смотрит, посоветуйте. Вот я вроде набрал этих физиооператоров и как там всех остальных этих физиотерапевтов. Они суммируются до какого-то момента. То есть как там дальше, я не совсем понял. Но, по-моему, больше 50% в принципе нельзя. Это ли дает показания к физической форме? То есть, чтобы она не так сильно падала. В принципе, ну, сами видите, каждый матч приходится менять. Итак, соперник найден. Из немецкого чемпионата. В принципе, почти все игроки Боруссии. Состав хозяин. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Так, ну что, попробуем плодотворно разыграть этот штрафной. Итак, навеснулька. Скидка, нет, скидка не получилась. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Это может быть опасно. А сейчас вперед. Опа! Харри Кейн! Гол! Умница. Я только сейчас заметил, что он это Зенит 1925. Видимо, ярый фанат Зенита. Какой бит, великолепно! Уэйн Рун. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но шикарный момент! Опа! Уэйн Руни! Умничка! Ветеран команды попадает в объятия своих любимых футболистов. Вот это начало! Давненько таких начал у меня не было. Я надеюсь, это начало конца соперника. Опа! Отлично! Чтоб вот так я начинал к 8 минуте, да когда такое было? Блять, это фол. Удар, ну да, цепанул, я согласен. Месут Озил. Сыграно-то точно, а вот стоило. Посмотрим за этой атакой. И дальше-то что? Шесток промолчал, значит, можно продолжать игру. Этот удар опасности не... Ох ты! Какой-то не выстрел. Почти попал в створ. Андре Ширли. Гаси его. Гаси, атака, блядь. Атака остановлена, но кто получит мяч? Все видел Месут Озил. Мяч у него. Ну что это такое? Может получиться интересная атака. Нголо Канте. Да ну нафиг, блядь. Ну забивай ты третий, и все. А-ха-ха.
он мяч упустил за боковую. Это может быть опасно. Харри Кейн! Перекладина спасает! Не-не-не, Дембеле. Не смог он удержать мяч в поле под прессингом. Зажали, зажали Дембелешку. Да ё-моё. Пока неплохо. И как опасно пробил. Фу, шо, как будто бы в девятку удальнее. Это кто? Гобин, Гобин. Гром. Пока что сохраняется комфортный перевес, но моменты возникают регулярно, один за другим. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Блестяще он сыграл, теперь надо грамотно... Момент для удара! Антони Марсиаль! Марсиаль! Пора! Пора, пора, пора обрывать связь. Сообразили на троих в этой игровой комбинации. Ну и главы, конечно, достаются с забитым углом. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч. Откровенно издевательский гол, конечно, и сразу видна разница в классе конкретных футболистов. На табло 3-0, это разгром. Месут Озил. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Атака остановлена, но кто получит мяч? Я понял, что если будет пауза, он будет до последнего водиться. Ройс. Сегодня соперник должен думать дважды перед тем, как нарушить правила вблизи штрафной. Марко Ройс может послать мяч в девятку почти с любой точки. Ройс мастер. Да блин. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Отличный отбор, но кому достанется мяч? Он бьет. Ах ты. Совсем немного не хватило точности этому удару, рядом со штангой. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Ну вот зачем я фалю? Ну вот нафига это надо? И вполне может наказать игрока. Капец, лишние желтые, которые, ну вот нафиг сейчас не нужны. Ну 3-0 повел, наверное, вообще никого менять пришел не мяч. Буду пока. Пока, по крайней мере. Нголо Канте. Вы посмотрите, сохранил таки мяч под прессингом. Роберт. Да, Арен Ромен рвет живы. Отлично сыграно, надо решать. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Удар по воротам. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Смотрим за этой атакой. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Пока соперник, ну, абсолютно ничего не показывает. Ройс. Защита справляется. Стенку он отыгрывается легко. Мане. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Это может быть опасно. Да ё-моё, дай ты поточнее. Передачу Марио Гёнс. Что ты делаешь? Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Уэйн Руни. Вратарь забирает мяч. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. 3-0. Да, пас, конечно, ужасный. В стамбульском финале. В 2005 году. Вспомнит ли об этом проигрывающая команда? Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно.
первом тайме все было замечательно. Он и сам сумел отличиться, и его команда выигрывает счет. И во втором тайме надо... Так, ну что, погнали. Снова приветствуем вас на чемпионате Food Champions Weekend League. У нас все готово для начала второй половины игры. Надо, наверное, еще забить, чтобы уже... И ждут свой шанс. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Все, может быть, соперник связь порвет, да меньше играть. И как опасно проверить. Ой-ой-ой. У нас угловой. Вот это удар. Мимо, атака мимо ворот. Закончена, и будет удар от ворот. Хард-хард, ставь в стойке Рональдо, а? Н'Голо Канте. Блестяще сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Антони Марсель. Защита надежно играет, мяч отобран. Отличный перехват, это Томас Мюллер. Давай, давай, давай. Нет, не удержал оп. Он мяч, защитник не позволит. Хероина, оп. Не получилось, да? Пол команды обыграл, ничего себе. Мяч летит в сторону ворот. Ну что, посмотрим, какой силы блин. Удар у этого вратаря. Надо было пас отдать. Пас отдать надо было. Так, ну что, остаются три игры. Неплохо, хороший пас получился. Надо выиграть хотя бы одну. Это может быть опасно. Какая техника, как он обращается? А, хотел как вы только посмотрите. Красиво под себя убрать, под секулечку сделать. Андре Ширли. Атака остановлена, но кто получит мяч? Антони Марсель. Харри Кейн. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ой-ой-ой, Канте. Все-таки забивает свой голешник. Просто умничка. И еще один не сильный удар, но даже где-то возле шеи вратаря. Все по делу. Да, будет соперник в тем времени разводить, но ничего, мы пока походим, погуляем. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Шикарный момент! Харри Кейн. Мяч на правой линии. Ну да, блин, ну слушай, ну неплохо открывался. Ну, конечно, закидушка, как в 2008-м, конечно, Андре не канает. Уэйн Руни. Да ё-моё, ну что ты делаешь? Роберт. Отлично сыграно, надо решать. Он свечу. И как пробил. Ой-ой-ой. Повезло, что я сейчас его не достал. Была бы пенка. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарт. Кейн. Как он работает с мячом? Всех обыграл. Надо забивать. Подсекуля. Подсекуля. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, побуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику исполнения на высочайшем уровне.
1-0. Куражится команда как может. Куражимся вообще. Спать только хочу, не могу, блин, с этой фифой, блин, Weekend League. Могли бы что-нибудь хотя бы на неделю растягивать, написано Weekend League же, да? Растянули бы на неделю, ребят. Нет, блин. Ну, блин, вот. Пропустил и будем тянуть время, но потом будем играть. А все, уже не играет. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Посмотрим за этой атакой. Где же удар? Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Все, не играет, парень. Не знаю, зачем нам смотреть еще один повтор, все и так очевидно. Да, там и близко гола не было, но на всякий случай нам это наглядно продемонстрировали. Позил. Удар, опасно! Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Последние 15 минут. Смотри. Ну, ай. Хотел, чтобы в него попало. Отличный перехват. Это Месут Озил. Антони Марсье. Надежно играет защитник. Атака прервана. Ой-ой-ой. Да кто же в атаку-то пошел? Не понимаю, что происходит. Вроде бы две равные команды, но почему одно такое большое преимущество? Знаешь, возможно, это такая хитрая тактика. Они их заманивают. Сейчас они пару мячей пропустят, заведутся. Момент! Да как? Как ты не забиваешь? Ты что, прикололся, что ли? Блять, ну это жесть, конечно. До финального свистка осталось совсем мало времени. Так да что тут тяни, господи. Там игра... Атаки может получиться что-то стоящее. Момент для удара. Все, пенальти. Игра все равно быстро закончится. Там, да, красная карточка. То есть, ну, лучше бы он тогда просто вышел и не тратил время. Если ему... Если ему так интересно. То, пожалуйста, пусть так играет. Да, решил вратарем уже не бить, как я это часто делаю. Решил забить Харри Кейном. Считаю, он заслужил пенальти. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Снимает голкипер мяч с ноги игрока практически. Просто красавец. Тут добавить больше нечего. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Андре Ширу. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Удар Кейн! Харри Кейн! Харри Кейн! Сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Вот молодцы. Геройский хет-трик, да? Опять. Опять сейчас нам покажет в конце матча Харри Кейна, целующего мяч. Это уже заскриптованная фигня. Все. 7-0, ребят. Окончательный счет 7-0. Сходить к врачу и сдать анализ. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле показывает. Где герой матча? С хитриком. Да, вот он подходит к судье. Берет мячик. Несет его, и вот он лучше. Целует, все как надо. Не, ну в порядке, все, красавчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!